Привет, друзья мои. Привет, привет. Вот, короче, мы идем по центру. По центру идем. Вот. Такое здание. И тут такой зонтик, такие вот. Красивый. Вот, вот. Так, то есть. Есть еще и бабочки, кусочки. Вот. Вива Мехико. Вот. Фоточку тут сделать. Короче, идем. Показывают, что какой ресторан. Чего и как. Зачем. Короче, вот. Видите, некультурный ресторан. Некультурных. Запомните вот это место. Некрасивое. Вот. Туда, короче, ходить не надо. Вот. Вот так вот. Плохой. Как говорится. Вот. Здание. Ну тут, конечно, как летом красиво. Очень. Цветочки растут. И все такое. Вот сюда вот. Там как раз памятник Ленина. Может быть, найдем. Вот. Вот так вот. Тут деревья раньше были. Улица Чебуркина. Тут вот кафе. Кафе было. Короче, стоят. Ай-я-я. Поют так они хорошо, девушки. Красиво. Красиво вот эти вот. Рябиночка вот так. Это просто показываю. Показываю. Тебе. Это, короче, мое видео ни о чем. Просто иду вот по улице. Вам говорю. Вот. Рассказываем просто так. Вот можно, конечно, прийти. Вот так. Это улица Советская. Это вот новое здание. Тоже я вам не показывал. Одежда вот всякая мужская продается. Люди живут. Вот видите. И это сюда можно тоже зайти. Бизнес-ланч. Сколько тут? Так. Ага. Все уже не работает. Короче. Вот так вот. Идем. 18.53 уже, как говорится. Пипец полный, как говорится. Сейчас увидите красивую эту чуку-чуку. Вот, там вот, смотрите. Такой. Вот. Такой. Чука-чука. Это еще вы.
ладно, вот на эти красивые, ну это закрываю, нельзя.